Доброе утро еще раз вам, дорогие друзья, и добро пожаловать на Manila Major. Еще раз у нас группа С, у микрофона вдруг и Баффик, матч Вичи Гейминг МР против команды Fnatic. И это Best of 3 серия. Да, Best of 3 серия, и судя по напору, который Fnatic оказали, которым эта серия может быть не полной, может быть, но Вичи Гейминг Реборн тоже очень сильный коллектив. Да и с другой стороны, попадают слабые коллективы на мейджоры? Нет, не попадают. Здесь собраны вот все топ-команды, как ни крути. Да, возможно, кто-то чуточку слабее, но это просто на фоне других коллективов. Здесь действительно собраны топы. Вот просто наилучшие команды, какие сейчас на данный момент существуют на дота-сцене, скорее всего. Ну, так оно на самом деле и есть. Мы видим и составы еще раз. Собственно, вот Муши, Диджей, 343, Гайя и Мидван, Энд, Ноно, Янг, DDC, FY. Отличное начало было у Вичи Гейминг в первой игре. Мы констатировали, что движения от FY на Enchantress были прекрасны. Два тавера забрала команда Вичи Гейминг налегке, практически без боя. Но вот при попытке спушить Т1 тавер в центре все пошло не так. Там где-то они сделали неплохой файт, но при этом тавер не снесли. То есть преимущество как раз-таки вот в этом перемещении вижни они не получили. И все потом повернулось очень-очень неприятно для команды Вичи Гейминг, потому что фнатики собрались, получили 6 левела на Баунти Хантере аппарате, провернули одну-другую хорошую драку, и все. И да, закончилось все неприятно. И опять же, был контроль по Мидвану, казалось, будут проблемы у Сларка внизу. В какой-то момент где-то там недофарм был, и себя даже хардлейнер команды Вичи Гейминг Реборн неплохо чувствовал, Янг получал левел. Но в любом случае Страта сыграла, и исполнение было просто шикарным, мы уже отмечали этот момент на первой карте. То есть достаточно тонкий пик, который требовал качественной реализации, и они реализовали ее на 5 с плюсом. Дизраптор и Сларк для Fnatic. Снова Сларк, но если заходит, почему бы не юзать его? Есть намек на Бетрайдера у Вичи Гейминг. Вот такой First Pick Vengeful Spirit, он может намекать нам, что может появиться Бетрайдер. Очень часто так команды делают. При этом интересно, что уже в бане был Void от Fnatic. Ну и Вичи Гейминг забанили первым баном Баунти Хантера. Такой себе респект бан. И отмечали многие, вчера я читал там Twitter, многие ребята известные и англоязычные аналитики, да и где-то русскоязычные отмечали. Да, действительно, Бетрайдер, видишь, как часто открывается так Vengeful Spirit, продолжает Бетрайдером. Это такая уже стандартная практика у команд сейчас. Да, обрезать высвапывание из сетки. Да. Ну и, собственно, вот как что я хотел сказать, это то, что как отмечали многие аналитики, там я читал и на Хас, там выписывал, то, что... А что я хотел сказать, собственно? Я пытаюсь вспомнить. По Винге, по Бетрайдеру. А, вот, отмечали то, что Баунти Хантер практически должен всегда быть в бане. И он очень часто там оказывается. Если Баунти Хантер не в бане, его практически всегда забирают первыми пиками. Потому что герой сейчас очень-очень силен. И многие команды вообще не хотят с ним играть. И против него тем более. Да, в этой мете он прекрасно заходит. У нас очень продуктивная эта мета в вопросе фрагов. Поэтому деньги огромные от Баунти Хантера. Да и Vision... научились расставлять, и Bounty Hunter этот, мы уже отмечали, этот мобильный вард, это всегда неприятно. Если у команды Vichy Gaming Reborn сумоны отвечали за это дело, то у команды Fnatic всю разведку с первой же минуты, даже до первой минуты, оказывал исключительно Bounty Hunter, и это сделало, в принципе, половину, наверное, файтов на ранних стадиях для команды Fnatic. Ну и Феникс отлетает в баню от Фнатиков. И Бестмастер тоже отправляется в бан, но уже от команды Vichy Gaming Reborn. Найтсталкер. Неудобно играть против Найтсталкера. Дизраптор тем более страдает. Да и вообще саппорты страдают от Найтсталкера. Такая болезненная вещь. Сайленс и Войд. И в харде, в принципе, с самых ранних минут он уже оказывает агрессию. А осталось где-то там секунд. Может и не дофармить. Все тот же Мидван на том же Сларке. Я хочу сконцентрировать внимание на пике команды Fnatic слегка. Какая грамотная, собственно, обстановочка получилась. То есть они видели first pick Венги.
Это намекало на Бэтрайдера изначально. Был взят Дисраптор и Сларк, при том, что в пуле был Бестмастер открыт. Могли взять спокойно этого героя. Бестмастер миновал у нас и первую стадию пиков, и банов. Дисраптор хорош против Бэтрайдера тоже. Глимпс при инициации Бэтрайдера в наличии даггера, он становится очень серьезной штукой. То есть тот же Сларк может быть не раз засейвлен. При этом они берут Дисраптора, при этом они берут Сларка. Сларк, который плох против Дисраптора, мы знаем, что если попадает в Статик Шторм Сларк, могут быть огромные проблемы. То есть тут тоже очень грамотный выбор героев у команды Fnatic, и это нужно отметить. Банят Фнатики Феникса и Найтсталкера, при этом забирают Думу. Вичи Гейминг забанили Бестмастера и Никса. Интересно. И появление Дум. Вот вообще, ты заметил, как у нас и Дум миновал первую стадию, и вторую стадию банов, и Бестмастер первую стадию полностью у нас прошел. Не часто мы такое видим сейчас в этой мете. Осталось 10 секунд. Да, тут такие не классический пик для этой меты, а ситуативный. Готовились друг к другу, поэтому. Поэтому немного здесь вариаций и от одной, и от второй команды. Ну, берут комфортных для себя персонажей, скажем так. Это показатель, честно говоря, уровня коллектива. Мета есть мета, но есть также комфорт, есть наигранные какие-то тактики и стратегии, и, собственно, от них нужно отталкиваться. Как бы там мета ни крутилась, ты должен всегда иметь какой-то свой игровой стиль, свои какие-то заготовочки, и мы видим, что Fnatic и Vici Gaming, в принципе, заготовочки эти имеют. Да, чего дело, стоит что кунка у них это не работает. Да, да. То есть это вообще не герой современной меты, по крайней мере, он полезен, хорош, но его очень редко юзают. В частности, на мажоре, наверное, более-менее активно стали к нему относиться игроки различных команд, группа А, группа Б, в ней заходил этот герой, но до мажоров, на квалах там других турниров, кунку очень редко мы видели. Но здесь же у Fnatic он зашел на 5 с плюсом, шикарное исполнение от Муши было на этом персонаже. Так что ждем еще каких-то заготовок, ждем интересного мидера от команды Fnatic. Клинц от Vici Gaming Reborn, как сильный дэмэдж дилер. Дизраптор будет иметь проблемы, это факт. Это факт. Дум будет иметь проблемы, это факт. Если какой-то Silence, например, вдруг вспомнит Клинт старую школу, или просто какой-то Silence или подстан будет от команды Vici Gaming Reborn, Клинт съедает Дума очень быстро. Это важно. Но с другой стороны, и сам Клинт уязвим перед Думом. Ну, очень много в этой игре, я подозреваю, будет зависеть от Венги, от ее позиционирования, как она будет спасать своих тиммейтов из того же Статик Шторма, возможного, да, вероятного, из того же Паунса Сларка очень часто можно под свапом спасать. То есть Венга здесь ключевой, один из ключевых, скажем так, героев. И Рики от Fnatic, герой, которого тоже отмечали очень много известных личностей в Доте, очень много аналитиков, игроки отмечают, что этот персонаж имеет второй винрейт в 5000 ММР плюс пабликах после лайфстилера, то есть топовый винрейт находится у лайфстилера в пабликах HRMM, и на втором месте идет Рики. Да, 58, по-моему, -63, то есть очень-очень хороший, действительно хороший. А все в любом случае приходит из паблика, как ни крути. Все вот такие вот неординарные пики, они заходят из паблика. И Elder Titan от Vici Gaming. Действительно, оттуда же и тоже огромный винрейт имеет. При том, что очень редко пикается этот герой, он имеет громаднейший винрейт. Я этим героем проникся, когда комментировал квалификации на Manila Major, как раз-таки американский дивизион я комментировал, и там этого героя активно использовала команда Shazam, и у него был 100% винрейт. Против Shazam в итоге команда Digital House, которая впоследствии выиграла эти квалификации, она в финальной Best of 5 серии трижды банила, она 3-0 выиграла, и трижды в первой стадии банила этого Титана. Вот настолько хорошо ребята себя проявили на этом герое, это Shazam. И честно говоря, я ждал, что этот герой начнет появляться поболее у нас в пиках, но как-то к нему очень осторожно команды относятся. Возможно, ввиду того, что не совсем понятно, как лучше его использовать иногда. В сложной линии есть герои поинтереснее, скорее всего. Герои четвертой позиции не всегда Титан попадает в игру, чтобы иметь нужный фарм и нужный левел. Опять же таки. Очередь команды сил. Ну и сейчас герой. Посмотрим, как Vici Gaming реализует этого героя. Интересно, что Void не в бане, и как раз таки... В бане, первый бан. Да-да, Сори, вижу, все. Я думал, что Void не в бане, и Vici Gaming могли бы его, например, забрать, но действительно его же банили Fnatic первым баном. Ну, это уже Fnatic опять Драгонайта видят в пике. Команда Vici Gaming Reborn. Бэтрайдера они на сложную отправили. Мне же Бэтрайдер здесь на центральной видится. Потому что стоять против Сларка в харде Бэтрайдеру, ну, не к месту, в принципе. То есть Сларк себя комфортно чувствует.
То есть он не будет бегать от Бэтрайдера. Это факт. Так что как-то мне кажется, что все-таки Vici Gaming Reborn в центр его отправят. Потому что в Фнатике вряд ли у нас Сларка отправят в мид. Тот же Кунка может для Vici Gaming зайти, если ребята им играют. Пак здесь немножечко опасен, потому что он боится как Дисраптора, так Дума, так и Рики, в принципе, с его тучкой. Так что Пака бы, наверное, не стоило здесь пикать. Но если центр, возможно, какой-нибудь Вайпер может зайти. Заезжает вообще Алхимик. Алхимик неплох. Алхимик тоже очень-очень неплохо может здесь сыграть. Да, Бэтрайдер будет, вероятно, в сложной линии. Ну, или как вариант, мы можем видеть Титана, Клинкса и Вингу в сложной триплой. Это тоже вероятный исход событий. Но, зная китайские коллективы, не так часто они отправляются в сложную. Не так часто. Хотя здесь ситуация, в принципе, располагает. Можно пойти к Сларку и, мне кажется, рассказать ему там что почем. Да, и последний пик от команды Fnatic, 30 секунд на все про все остается у этого коллектива, и все уже станет на свои места. Ну, тот же Вайпер заходит Фнатиком, почему бы и нет, не взять этого плотного персонажа на центральную линию, против Алхимика стоит отлично, имеет хорошие статы, может неплохо разбивать лица. Нет Burst Damage, во, пожалуйста. Нет Burst Damage, такой себе Burst Damage, но да. Как да. Финишер очень неплохой. Да, вариант. Просто надо заканчивать будет Алхимика немного побыстрее. Потому что вот та же команда Vici Gaming Reborn в первом матче прогорела именно на том, что не было быстрого прокаста, не было быстрого дэмэджа. Я очень скептически отношусь к пику Fnatic сейчас. Очень скептически. Я не верю, что это может прям вот сыграть. Хотя я и в прошлой игре говорил, что пик Vici Gaming выглядит более сбалансированно. Но там Fnatic сумели реализовать свой пик. То, о чем мы говорили, он был просто понятнее. Послушай, гораздо. Эти просто ребята понятнее. Играют всем. Вот помнишь наши мы с тобой комментировали Beyond the Summit, финалы СЕА, мы где-то захватили и Star Ladder квалы, тоже финалы СЕА региона. Как они играют? Они играют просто каким-то необъятным пулом героем, широчайшим. Они играют всем, причем как Муши, так и Мидван свапаются постоянно. И сейчас мы видим подтверждение этой всей истории, появление Некрофоса. И я не знаю, друзья, чем это все обернется, но пики уже очень и очень интригующие и интересные. Как у одного другого коллектива. Что ж, поехали, друзья. Команда Fnatic, Муши сыграет на Некрофосе, Диджей исполнит нам Дисраптора, Мидван, Сларк, 343 сыграет на Рике, Йогайо исполнит Дума. Команда Vici Gaming Reborn. Elder Titan для FY, Nono забирает себе Алхимика, DDC будет играть на Vengeful Spirit, N берет себе Клинца и Young будет играть на Бэтрайдере. Ну и по лайнапу уже более-менее все стало понятно. Young, скорее всего, отправится в Hardlane, Nono будет на Алхимике центральная линия, FY какое-то время с ним побудет, хотя может и оставит его в покое. Ну и End будет фармить на клинце Easy Lane, то есть Vici Gaming Reborn ничего особенно не выдумывали. И Янг отправится играть против Сларка. Тут вопрос, не выгонят ли в принципе Янга игроки команды Fnatic в лес как можно раньше, как можно агрессивнее. Хотя Бэтрайдер себя чувствует неплохо и в лесу, но проблема в чем команда Vici Gaming Reborn? Если не зайдет харда у них, куда деваться Бету? По классике он идет в лес, но лес также сейчас территория будет Nono, потому что Алхимику надо подфармливать стаки в лесу. Это факт. И чем раньше появляется у него тот же Радианс, да, если он пойдет Радианс, Октарин, Манта Стайл, тем лучше. Ну и у нас уже первая драка, кстати. Будет ли это, в принципе, драка, сейчас слушай, узнаем. Муши может стрять, Муши получает стан от FY, а Муши будет погибать, это First Blood для команды Vici Gaming. Диджей пытается бежать, но на нем стики напалмы висят, уже два стака, и Диджей, скорее всего, погибнет, он вводит атаку на себя, тем самым защищая своего Сларка в каком-то смысле. Ну и два килла на старте этой игры для команды Vici Gaming, при этом Бэтрайдер забрал руну у нас внизу, Doom забрал на топе. А FY забрал два фрага. Да. Шикарный и старт. Дела для них. Команда Vici Gaming Reborn нагло начинает. Очень нагло. И сработало сразу же. Acid Spray от Алхимика, который понижает броню. И первым же делом... мне показалось, что DDC вообще прокачал Wave of Terror. Нет, здесь был Magic Missile. Но вообще под спреем драться сложно. Сложно, тем более дамаги нормально у команды Vici Gaming Reborn со старта. И Муши не самый плотный герой у него в руках. Так что вот первая слабая сторона Некрофоса. Он не самый сильный, не самый выживаемый. Хотя сейчас уже с Деспульсом дела должны быть немного получше. Ну, Мужик не боится, но оно стоит, получает много дэмэджа, но пока понимает, что не достать просто-напросто Алхимику его.
Сложные линии будут, как у одного такого керри, что у Fnatic, у Сларка будут проблемы, скорее всего, на нижней линии, что у, на топе у Энда. На Клинксе мы видим, что даблы отправили как Fnatic, так и Vici Gaming в свои сложные линии. И, по идее, они должны как раз-таки очень сильно насолить вражеским керри. К вопросам о пабах. 2-1-2 просто у каждой команды. К вопросам оттуда, откуда берутся стратегии, откуда приходят герои. То есть это вот классическая расстановка, да, пабов таких, которые ради удовольствия, а не на результат. 2-1-2. И здесь мы видим та же история, та же история. В принципе, сложновато будет здесь Энду. Клинс будет страдать сильно, когда появится смокскрин у Рики. Так что 343 на него, наверное, возлагаются тоже не слабые надежды, не меньше, чем на Охайо. И у нас FY собирает еще руну иллюзий и отправляется на центральную линию. Возможно, будут пытаться ловить Муши. Но Муши себя хорошо чувствует, у Муши нормально все по ХП. И уже, наверное, пора бы Астрал Спирита запустить и их остомпнуть. Но просто разминает пока FY своего оппонента иллюзиями. Надамажил Эльдер Тайтана. Ну, кто кого еще дамажил? Непонятно, потому что много ХП потерял в итоге саппорт команды Vici Gaming Reborn. Внизу просел Мидван, ровно как и Бетрайдер, и у Янга могут быть проблемы, если вдруг сейчас как-то Диджей сможет получить второй левел и, возможно, даже Глимпса. Ну, где-то Бетрайдера нет, Диджею до второго левела далековато, еще вот один крип нужно добить, и Бетрайдер уже в порядке, он салвочкой отпился, и возвращается Титан на нижнюю линию. Как дела на топе? На топе у Энда, кстати, все довольно ровно, я ожидал худшего, но мы понимаем, что Клинкс, благодаря как раз-таки вот этим Сирин Гайров, сможет добивать неплохо крипов. Ну и крипстат у него, собственно, равен Некрофосу. Ну и снова у нас Мидвана цепанули. Дэмэдж внесли в него, ну, был паунс, смог отсюда уйти. Пока не очень комфортно, но он пока и по левелу проседает. У того же Янга, Янг уже четвертый, Сларк пока еще третий уровень. Ну, на шестом, конечно, Сларку будет плохо. Если Янг рано получит шестой, рано будет лассо, то Мидван может не чувствовать себя так комфортно, как было в прошлом, в прошлой карте. FY заходит уже за тавер. Здесь у нас еще и диджей, но диджей не двигается пока. И за Мидвана пошла погоня. Есть паунс. Надо упрыгивать от Янга. Ну, пока Мидван просто разводит свои стики на палмы. Мидван пытается разводить. И телепорт следует от Рики. Отличный килл уже для Янга. Они убивают Мидвана. Они убивают также и Дисраптора. 343 перелетел. Но тут, конечно, он ничего уже не сделает. Хотя, ты знаешь, если будет FY сейчас очень агрессивен, то, может быть, она получает лишних тычек. Но Рики в порядке. Рики вроде как жив. Вот сейчас нападает на FY. Есть смокскрин. Еще пара ударов в спину. Неприятно FY, но у него есть эхо-стомп. И на развороте просто FY взрывает Рики Мару. Ух, отличное действие от Vici Gaming на нижней линии. И явно можем сказать, что эта линия зашла намного лучше, чем на топе у Фнатика. И Elder Titan зашел просто великолепно для команды Vici Gaming Reborn. 4 фрага из 5 сделанных командой Vici Gaming. Это действительно достойная реализация этого персонажа. Если он ранний буст получает, если он получает ранний левел и начнет гангрить по лайнам, то дела у команды Fnatic могут быть совсем некомфортно. Ну и Муша у нас просто перетягивается поближе в лес, ставит вард сам себе, режиссер Муши в данном случае, и уходит в инвиз на центральную линию. Как идет там Муши? Муши идет через садист второго левела, уже Деспульс есть, ну и есть, конечно же, Риперсайд. Будут пытаться разваливать здесь, но должны. Риперсайд имеется, юзает Муши этот спел, и Некрофос забирает первый фраг для себя. Вот и беда началась у Алхимика. Ранний шестой левел для Муши в итоге оборачивается таким простым фрагом на центральной линии. Да, вот что хорошо у Fnatic, так это Некрофос в миде. Муши после этого ферстблада такого, который, откровенно говоря, мало бьет всегда по героям вначале. Они все равно возвращаются и фармят на линию, как бы ничего страшного у них там нет. То, что они там погибают на ФБ до выхода крипов. Но мы видим, что Муши вышел на линию, добивает крипов на ура. У него один из лучших крипстатов в игре. Ну и, собственно, очень сильно проседает Алхимик благодаря действиям того же Муши. И лучшая реализация пока у нас конкретно у FY. FY пришел помочь своему мидлейнеру. Хоть как-то. Но внизу цепляют Янга. Мидван, как бы тут самому не погибнуть. Есть Рики. У Янга проблемы. Рики еще пару ударов нужно сделать. Возвращает Дисраптор Янга. Это будет минус Бетрайдер. Ну вот тут уже качественно. Очень да. качественно действует. И как тонко Мидван действовал. На 100 хп полез в бой, причем под Firefly да, был у нас Бетрайдер. Посмотри на Дисраптора тоже. Да, исполнение классное. Когда команда делает фраг, и в итоге все остаются лохэповые,
То есть в них вносят много дэмэджа, но они так сбалансированно принимают на себя этот дэмэдж, это на самом деле показатель крутейшего уровня. И вот такие команды у меня вызывают глубочайшее уважение в вопросе позиционирования в файтинге. Вот, в частности, Fnatic пример такой команды. Это они классно микро. Дерутся. Они это очень микро. Классно дерутся. Да, микро шикарный. Почему Fnatic в последнее время и макроигра очень существенно улучшилась. Если в микро эти игроки всегда были неплохи, то есть тот же Муши, тот же там Мидван, да и саппорты команды Fnatic, они всегда славились неплохим микро, то макро существенно у этой команды улучшилось. Они действуют намного интереснее сейчас по карте, чем это было на том же эпицентре, да, скажем, вот последний такой лан крупный, который можно вспоминать, наверное, где участвовала команда Fnatic. Но это было заметно. Это было заметно на квалификациях. И атака на DDC, ультимейт от Ахайо. Ну и едва ли здесь сумеет выжить, конечно же, Винга. Возможно, сдинает как-то Энд. Энд пытается ответный килл сделать. Ему это удается. Разменивается его саппорта на вражеского Дума. Неплохо. Неплохо для Клинкса. Зарабатывает Энд. Я думаю, такому исходу рады Vici Gaming. Это очень наглая реализация. Только что была Дума от... От Дума. От Дума, да. То есть было понятно, что Энд не будет стоять смотреть на Дума, пока он пилит Вингу. Он просто в соло зашел, он даже не дождался 343-го, не дождался смоук скрина, чтобы не получать дэмэдж от Сиренейрос. Он просто стоял и бил. Попытка убийства Клинкза, и она, скорее всего, будет удачной. У диджея есть глимс, он возвращает Энда, и еще пару размахов с плеча Гая, и мертвый Клинкс в итоге. А вот теперь все в плюс для Фнатиков. Теперь уже можно говорить, что нормально все реализовали они. Ну и так подставляться, так дарить киллы мейн-керри, это ошибка, безусловно, от команды Фнатик. Можно за это поплатиться, причем очень дорогой ценой. Слушай, я не знаю вообще, как это все происходит, но Лики у нас становится каким-то невероятным заменителем баунти-хантеров, эрспиритов и так далее. Ману не надо тратить, я понимаешь? Ты ходишь в инвизи, но не тратишь ману. Посмотри на минуту и на Рики сейчас. Вот уже 2-1-2 на старте 343-го, и видно, что Vici Gaming не понимает вообще, что происходит. Вот именно Рики очень много привносит сейчас команде Fnatic. И это уже было вчера. Я это видел на последних матчах там в группе Б. Не знаю, невероятно. Невероятно, как этот герой стал настолько сейчас хорош. И я говорю уже еще раз, что многие... И как сильно он отличается от привычных Рики. От классических Рики, да, ты помнишь, да. Которых в керри одевали. Совсем другая история. Атака на Муши. Вот это очень может плохо быть для Муши, потому что Муши только солидный разгон получил. Ему до Меки остается буквально чуть-чуть. Тайминговый, прекрасный гил для команды Vici Gaming. Если бы не убивали Муши, 50 золота оставалось до Меки. Тут ее немножечко отсрочили. Йохай в это время подпушил нас по топу, а команда Vici Gaming Reborn не планирует забирать тавр на центральной линии, просто отсюда все уходят, и у нас в это время файт внизу у нас. На Янга вгрызается Мидван, но и он боится этих Астрал Спиритов. Он боится, потому что ХП у него очень мало, ну и Сларк просто разворачивается и уходит. Как много все-таки движений от FI, и какой ужас наводит он на команду Fnatic. Сейчас достаточно ранний левел он получил, достаточно плотно теперь с пылы дамажит, и уже просто так не подойдешь. Уже опасно к этому герою приближаться. Шестой левел получает также Рики. И готовится вылазка, скорее всего, во вражеский лес. 343 точно знает, где находятся алхимики. Я знаю, что вы делали прошлым летом. Вы явно фармили, если вы алхимик. И он это прекрасно понимает, и он сигнализирует. Тем более здесь есть варды у команды Fnatic. Сигнализирует по алхимику. Но он пока не блещет по фарму, но в целом неплохо. Да, старт далек у алхимика от идеального. Мидван находит руну Инвиза. Хорошая руна для Сларка. И, возможно, какую-то вылазку организует у нас Мидван. У него Аквила, у него есть Тауншилд и Пауэр Трэдс. Ну и старт у Мидвана по сравнению с предыдущей игрой тоже не самый лучший, но, откровенно говоря, он сумел выровнять ситуацию для себя. Нападение на Янга очередное в исполнении Мидвана. У Янга нет ультимейта, и он его просто не качал. Янг будет погибать. Качественно все делает Мидван. Вместе с диджеем очередной килл на бэтрайдере. Уже трижды погиб у нас этот персонаж. Но и Мидвана попытается убить Энд. Хватает ему дэмэджа и диджея. Вот так вот. А вот вам и Клинкс. Агрессивный Энд. Выходит на нижнюю линию, делает два килла и мстит за своего товарища. Я только хотел сказать, какая
простая ситуация для Медвана. Слил ХП, отошел куда-то в темноту, пополнил ХП. И тут же Медван с непополненным ХП возвращается на лайн, как будто все будет ему прощаться. Клинс герой с инвизом. Этого героя можно ожидать где угодно, в любой из моментов. Если клинца нет на карте, мне кажется, золотое правило для всех профессиональных игроков понимать, что если клинца нет на карте, значит клинц рядом со мной. Всегда надо этот момент учитывать. Ну и в данном случае 343 у нас видит Янга, Охайо. Я не уверен, что они вдвоем здесь справятся, тем более Elder Titan подходит со спины. FY и под центриком пробежали игроки команды Fnatic. Вижен имеется, но будут девардить. Будут просто девардить. Не зацепили в итоге 343-го и не зацепили Охайо. Это плюс для команды Fnatic, потому что здесь этой парочке не по шансам было сражаться. Очень красивую доту нам демонстрируют команды. Очень, скажем так, не то что красивую, в каком-то смысле она просто очень интересная, потому что очень много киллов проделывают. Вот на старте игры мы видим 6-9. Прошлый старт тоже был очень активным. И нет вот этого, знаешь, такого пассивного фарма, каких-то непонятных. Ну, сейчас мало кто так играет на самом-то деле. Сейчас все команды играют в драку, в агрессию. Ну, или же в такую защитную агрессию в каком-то смысле. Потому что любая команда готовит свой пик всегда к дракам. Мета именно такая сейчас. Ну, и Янг, возможно, поймает Дума Тагаю. Да, есть Дум. Он успел вкасать Плада Flame Break. Возвращает его Disruptor. Есть также Kinetic Field. Ну, и не жалеет ультимейта Муши. Делает килл. Просто чтобы не задерживаться в лесу, мне кажется, чтобы не бегать полтора часа за этим бэтрайдером, не навлечь на себя все того же клинца, пинга, алхимик, лучше подальше от этого отойти. Ну и Ноно немного изменил современную сборку, современный темп-билд алхимика, планирует купить себе Sacred Relic. Кстати, если сейчас его поймать, он может в итоге у нас без Sacred Relic остаться еще на какую-то там минуту-полторы, но Ноно бежит и, наверное, сейчас уже будет приобретать этот артефакт. Нет, просто Ноно хочет убежать отсюда. Просто не хочет потерять деньги. Ну и назад глимсует FY. FY здесь должны запиливать. Намного дэмэджа, тем более урну на него повесили. И ушел алхимик. 3800 на руках у Ноно. Не купил Sacred Relic, когда мог. Видимо, на случай, если придется байбекаться. Кто знает. Еще и курьер падает у команды Radiant. Ну, подрезал его Клинкс, он тут интересную позицию занял и, собственно, позволило добить Энду. Да, я не договорил по Ноно, без армлета играет. Без армлета обычно у нас алхимик собирает армлеты и где-то к 14 минуте... Ну, это качественное исполнение алхимика, когда все хорошо по фарму. Возможно, это из-за ситуации, которая сложилась у да, Ноно да, в этой да, игре. Да, явно не до фарм, потому что обычно это армлет и уже готовый радианс там к 15 минуте. Здесь немного другая история. Давайте взглянем на графики. Собственно, 3000 преимущества, уже даже 4 практически за командой Fnatic они впереди. Ну и по XP чуточку меньше, полторы ведут. Ну и что далее? Забрали все Т1 тавера в Fnatic. Все Т1, соответственно, стоят как раз-таки у малайзийского коллектива свои. Ну и DDC. Видит он сейчас 343-го, поставил Sentry Ward. Энд тоже неподалеку, Sentry-шник в ответ от Fnatic. Энд понимает, что дело пахнет керосином, на развороте пытается бежать. И удается ему избежать столкновения. И у нас Некрофос от Муши покупает себе Vitality Booster. Это не агоним для Муши первым артефактом. Поэтому... Интересно, тоже ну, интересно. Здесь вариаций несколько. Это может быть как какой-нибудь Октарин, так и, в принципе, даже и Роа это может быть, то есть Роза Фейтас. Свап от DDC неплохой, Энд выживает, ультит Рикимару, уже убили Муши. Ну и стан хорош, также от Винги залетает, минус 2 делает команда Вичи Гейминг. Здесь немножечко зашкварились Фнатики, мне кажется. Далековато зашли. Дэмэдж от Титана меня интересует. 400. Лучше всех после клинца. По дамаге внес FY по дэмэджу. Причем он даже не заходил в файт. Даже не заходил. Он до сих пор у нас без сплиттера. До сих пор. То есть комбак команды Vichy Gaming Reborn пока во всей своей красе не работает. Ждут алхимика, я думаю, на самом деле. Ждут во многом алхимика. И тогда уже файт 5 на 5 приобретет какой-то смысл. А пока ловят Фнатиков на ошибки, и малазийский коллектив в опасные игры играет. Да, ну и учитывая наличие того же алхимика, да, который может набирать, в принципе, очень быстро сейчас свою боевую мощь, которую он не добрал в начале, да, и также имеется Клинкс, который вносит солидный дэмэдж, Фнатики могут попасть в очень неприятное положение. Как тебе количество сентри вардов вот рядом с Мидваном? Просто подними еще один возле секрет-шопа. Ну да, просто сентрики от команды Vichy Gaming Reborn. Закрылись.
Но, с другой стороны, едва ли они помогут, потому что просто Медван выбегает и будет атаковать Ноно, возвращает его. Также у нас и Дисраптор, и моментально стирает Некрофа с ультимейтом. Добивает Ноно. Вот они, кстати, заставили. Не дождались даже... Один центри все эти центры разбил просто. Да, обидно. А, очень быстрый дэмэдж от команды Fnatic. Некрофа с своим ультимейтом в итоге... Так, фраг ему отдался, но не докастовалось Reaper of Sight, там уже был покойником. Алхимик. Это еще раз подтверждает, что герой не самый плотный. И если быстрый качественный прокаст в него вставлять, то герой не выдерживает просто-напросто. Интересно, что поймали у нас Рики. Он слегка неаккуратно, видимо, сыграл. Тут его уничтожил просто Клинкс, у которого, к слову, уже дизолятор имеется. Неплохой килл для Клинкса. Зарабатывает еще немножечко золота. Все-таки, что же купит у нас Некрофос? Да, все-таки это будет Road of Fates, если я правильно понимаю. Действительно, появляется также уже и Staff of Wizardry, еще один, и будет Ро. А Муши... Муши хочет... Я предполагал, что это может быть либо же Ро, либо же Октарин. Октарин тоже неплохо смотрится, но Ро в каком-то смысле, возможно, поможет их в контроле. Очередной килл для Энда. Вот тут я уже начинаю немножечко не успевать за действиями команды Fnatic. Непонятно, что тут Doom хотел, и поймал его моментально. Хотя вот сейчас, возможно, получится сделать ответный килл, если Disruptor Glimpse DC не удается улететь, и его добивает 343. Рики тоже уже очень и очень неплохо нафармил. У него появляется рецепт на Diffusal Blade, при этом он имеет уже и урну, и фейзы. Такой стандартный билд в последнее время мы видим у Рики Мару. Да, и если Doom от команды Fnatic где-то на своих позициях погиб рядом со своим тавером, то куда зашла Венга? Это вопрос. Венга так очень, они же убивали как раз-таки этого Дума. Там Венга была... Я имею в виду, она осталась фармить, в том-то и беда вся. Осталась фармить просто лайн, как будто может остаться безнаказанной здесь. Ну, это то же самое. Вот Doom пришел фармить низ, да, при этом зная, что никого на карте практически не было в тот момент, и он за это поплатился. Ну, там Бет в это время у нас забирают просто-напросто. Рикимару еще раз Рики отдается. Слушай, а у Энда уже Unstoppable. Я вот к чему веду, то что сейчас Клинкса отпускают, и очень солидно отпускают. Нельзя так играть против Клинкса, мне кажется. Фнатики, ну, как-то, возможно, слегка самонадеянно действуют в этой ситуации, что ли. Я не знаю, как правильно подобрать здесь слова, вот у меня не хватает где-то, возможно, объективности в этом моменте, но вот как-то далеко забегает постоянно Рикимару, где-то, возможно, небольшие ошибки допускают. Клинкс назад карте. У нас Ноно, Ноно сразу же в статик шторм, но его высвапывают, и Ноно много дэмэджа здесь получает, но, по идее, должен выживать. Думаю, его не добьет, хотя дамаги, конечно, влили в Ноно больше, чем даже ему надо. Неужели Слушай, не доживет? Неужели не доживет? Может, нет, нет. Нет, нет, остается 50 хп, это плюс... Для команды Vici Gaming Reborn, но забрали Вингу. В любом случае, это продуктивно было. Да, потратили один ультимейт от Дизраптора. Doom потратил тоже свой ультимейт. Но в целом, фраг есть фраг, деньги получили. Ну и тут пушить игроки команды Fnatic. Крипы пока спят. Сейчас крипы проснутся и с утра пораньше можно пойти попробовать попушить. Но этот Астрал, он просто... Астрал Спирит, он просто издевает. Элдер Тайтана еще двоих поймали, еще двоих. Ну что там по Acid Spray? Ноно прокидывает Acid Spray и ждем инициации от вот этого летучего мышонка. Горящего. Улетает. Фнатики уходят. Они понимают, что на такую машину сейчас не зайти. Скажем так, осада тоже маловероятна, потому что тот же самый Титан, тот же самый Acid Spray, да и ровно как бы Трайдер, они в дефе очень сильны. Появляется Травела у Алхимика. И вот сейчас поймают, мне кажется, Фнатиков. Отличный ультимейт пошел от Бетрайдера по Думу. Тем самым блокирует возможность завязать ультимейт для Агайо. Энд может стрять. Энда добивает ультимейтом Некрофос. Ну и, да, захлебнулся так Авичи Гейминг. Тут уже Ой, они... Тут Медван уже начинает нарезать по FY. FY топает. Ну и все спать. Все спать. FY просто отсюда пытается убежать. Но Рикимару, кстати, с блинком, но не достает до FY. Не достает, а планировал прыгнуть с хайграунда. Немножко невнятные действия от команды Vici Gaming Reborn. Почему был Doom заюзан на Ohio? Они же знали, что только что он потратил Doom вот в прошлом файте на Алхимика. И Doom был в кулдауне, поэтому... Не Doom, а Лассо, ты имеешь в виду? А Лассо, да. Почему Лассо было заюзано на Дума, когда там рядом были, ну, поважнее цели? Тот же Некрофос, там, тот же Рики показал сам себя. Вообще, по идее, Некрофос неплохая цель для Дума. Да, и в итоге Дума без Дума умудрились контролировать. То есть для чего? Да, для чего? С другой стороны,
ну, кого ты там не поймаешь в лассо, вряд ли ты так просто его убьешь. Там и хила достаточно у Некро. Ну, да, кажется, что если Некрофоса вот так поймать и попробовать его берстануть, если за лассо удастся убить Муши, то, возможно, драка будет за Вичи Гейминг. Но вот если Некрофоса не убьют, это моментальная мека, это моментальный отхил сразу же от Деспульса, и Муши перевернет драку моментально тоже. Ну и понемногу подпушивают Т2. Игроки команды Fnatic стягиваются всей командой сюда. Значит, предполагают, что, возможно, будет файт. Но еще один стомп от Титана. Но это уже, в принципе, не влияет ни на что. Т2 команда Fnatic сносит. И, возможно, сейчас будет выход на Рошана от них. А, возможно, пойдут еще пройдут с полайном. Несколько целей имеется. Т2 на топе и Т2 на мидлейне. Алхимик набирает вес. Алхимик покупает Тревела, 2000 у Нона уже имеются на руках. Он выфармливает леса, тем более лайны достаточно комфортные для него. Ну и Нона сейчас будет покупать свои слоты. Да, поздновато, да, не по таймингам, но при этом... Ой, Алхимик у нас, кстати, выключил Радианс и просто спрятался в лесу. Обрати внимание на Нона на топе. Выключил Радик, спрятался в лесу как можно дальше, потому что не знает, где находится команда Fnatic. Интересно. Ну, хорошо действует Нона, он понимает, что нужно дождаться, пока где-то появится герой, чтобы можно было пойти фармить обратно на топ. А, ну, и сейчас атака уже от Мидвана. Он пытается добить Янга, еще несколько ударов требуется, еще один буквально. Да, Мидвану удается убить Бэтрайдера, теперь нужно бежать, сломя голову отсюда. Есть паунс, там еще и ультимейт от Некрофоса по Винге, добивает ее Муши. Минус 2 от команды Fnatic, и это очередной Т2 Тауэр для монгольского коллектива. Да, но он продолжает фармить, но он не перетягивался сюда. Алхимику дают возможность приобрести хотя бы какие-то слоты, как бы не было слишком поздно, потому что команда Fnatic уже под вражеским хайграундом. И сейчас Алхимик вынужден лететь сюда, потому что будут просто-напросто сносить центральную линию. Покупает себе Яшу, 1000 голды остается на сдачу, Мидван уже перед Тауэр. Ситуация похожа на прошлую игру, когда Фнатики как к себе домой заходили. Возвращают назад Энда, и Энд стоит у нас в Static Storm, старается сделать тэп-аут, но у него ничего не получается. Очень это хайграунд, друзья мои, это хайграунд. Или байбек, опять же, от Энда, что тоже неприятно будет для команды Vici Gaming Reborn. Но выманивать нужно. Как да, бы там ни было, по-любому. Заходить без вариантов нужно. При этом есть еще мека у Муши, есть также и Деспульс, который всегда готов подхилить. Мидван практически доломал уже Т3 Tower. Как-то очень аккуратничают Фнатики. Вот мне кажется, здесь можно было чуточку поагрессивнее выступить. Ну и Фнатики отходят. Казалось бы, все уже открыт путь вам на добивание Т3 Tower. Решили не рисковать. И, наверное, они правы. Наверное, они правы. Это я такой весь из себя здесь агрессивный, мне просто говорить. А ребята играют, естественно, максимально аккуратно на победу. И лучше, возможно, где-то сакуратничать, да, но гарантировать себе, возможно, в будущем не умирание вот это под Т3 Тауэром, которое да. очень часто случается. Да, в конце концов, они заработали деньги. Эти деньги надо потратить. Видим, появляется рецепт нашего с Гвард. У Муши Муши уплотняется, насколько это возможно. Муши и так не просто пробивать на данном этапе 1670 хп. Все, в принципе, очень серьезно и опасно у него. Ну и Doom, инициация от Охайо готовится. Я все ждал, когда же потратит он деньги. У него был баклер. Я думал, будет ли это Crimson Guard появляться у Хая. Но нет. Crimson Guard, если и будет, то попозже. Doom приобретает себе Blink Dagger для того, чтобы доставать важные цели. Того же Elder Titan, того же FY ловить. Потому что FY очень много дамаги вносит в файте. И неразбериха тотальная для команды Fnatic. То есть он просто зонит очень качественно. Вынужден расходиться, где-то там разбегаться, делиться пополам. Ну а команде Vici Gaming только и надо поделить пополам и эти половинки развалить. Так что тут я думаю, что цель, ну не номер один, если, то как минимум в топ-3 цели у Охайо должен входить именно Elder Titan. Будет ли это вновь БКБ от Сларка, я, честно говоря, сомневаюсь. В этой игре Мидван может пойти по другому пути. Возможно, мы увидим все-таки Скади на этот раз. Ну и Некрофос, у которого не так много остается уже денег до Шивы. Буквально вот каких-то там 900 монет. Уже 700. Очень быстро фармит Муша. Как дела у товарища Клинкса? Сколько у него доп КБ? Ну, еще, честно говоря, многовато. Нет ни Метрилхаммера, нет ни рецепта.
только сейчас появляются буквально деньги на Миттлхаммер, его сразу же прикупает себе Клинкс. И поглядим также на вот этого парня, Алхимик 200. Яша Рединс, явно не те показатели. Да, у него еще есть рецепт на мотостайл, то есть он только сейчас его дофармит, но это поздно. На 25-й минуте там по 4 слота обычного Алхимика. Это действительно очень поздно. Ну, опять же, по нетворсу, если говорить, он на 1700 всего лишь обгоняет Сларка. Сларк, у которого хорошая способность фармить, но не в сравнении с Алхимиком, это факт. Да. И Курьера, кстати, может сейчас найти 343-й, бежит за Курьером, один удар, и Курьер, который несет манту, который мог бы вообще сейчас очень сильно навредить команде Вичигейминг Реборн, если бы умер. Но нет, одного удара не хватило 343-му. Ну что ж, последует ли у нас на хайграунд команда Fnatic? Видимо, да, что они смещаются. Уж это Тавра, он очень битый, мы об этом помним, друзья. 200 хп буквально. И огромного туда не составит доломать как минимум Т3 Тавр команде Fnatic точно. Мидван купил себе Ultimate Orb. Все-таки будет ли у нас апгрейд Shadow Blade изначально в Silver Edge, или же докупит себе все-таки что-нибудь наподобие Скади. Деньги, в принципе, неплохие имеются у Сларка. Отгоняют Vici Gaming как могут, там и флеймбрейки, есть спрей. Ну сложно. Сложно заходить, естественно, на хайграунд против Vici Gaming. Доломать нужно Т-Тавр и, наверное, сместиться в пуш Т2 на топе. Но посмотрим, что выберут Фнатики и как они будут строить свою атаку очередную. Немного совсем остается Рики до покупки Diffusion Blade. У него уже два Blade of Alacrity имеется. Ну и у нас Дизраптор, наверное, будет все-таки без слотов серьезных. Так что главное вкастовать все успеть. А в целом остальные игроки команды Fnatic укомплектованы очень неплохо. У Муша уже появляется Шивасгвард, у него есть Аэго, у Дума тоже все для инициации качественной имеется. По ХП тоже проблем особо не чувствует он. И подай с армором, на секундочку, 19 армора для Охайо. Это много. И Doom, который обычно отличается именно низким показателем армора, который проседает быстро по ХП. Сейчас ситуация совершенно иная. И подай с армором Муши у нас под 40, наверное, будет иметь. Да, при этом он еще накидывает его на своих тиммейтов, чем честно помогает. А против того же Клинкса, к примеру, да. То, что дэмэдж очень неприятный заходит от энда. Остается не так много, в принципе, уже и до БКБ, хотя мы недавно констатировали, что энд пока еще нужного золота не имеет. Но не так уже и много действительно осталось. Что далее делать команде Fnatic? Пушит два тавра на топе, как пример, да? Уже видим, что Мидван подбирается потихонечку. Купил себе, кстати, Линкен сферу. Ну, это хороший выбор против Бэтрайдера, может быть. Опять же таки, против Лассо. Неприятно здесь будет Бэтрайдеру. То есть нападать на Старка так просто не получится. Да и при этом еще и Дисраптор в наличии. Вообще, конечно, обезопасили себя Фнатики очень солидно. Никаких таких, знаешь, непонятных авантюрных итемов. Все очень четко делают Фнатики. Да, ну и заход. Нас... Заход да, на Т-Тавр в центре. Хайграунд. Глиф провязала команда Vici Gaming Reborn. Здесь этот Астрал Спирит, такое ощущение, что вообще как огня его боится команда Fnatic. Ну, качественное исполнение со старта от FY показало во многом всю эту мощь. Муши просто затягивают на хайграунд. Муши юзает у нас Меку, Муши также юзает у нас Death Pulse. Еще и Нона зацепили, Нона под Думом. Эрсплиттер был хороший, но это не помогает, честно говоря, сильно команде Vici Gaming Reborn. Они теряют уже Vengeful Spirit. Муши под станом находятся. Нужно отходить немножечко Муши. Стомп, конечно, неприятен, но Фнатики дерутся замечательно. Энд начинает расстреливать Мидвана. Мидван просто делает паунс в ответочку. Фнатик Диджей получает стан от Ноно. И хороших стомп от FY добивают дисрапторы китайцы. И, возможно, будет погоня. Мидван готов в ответочку тоже навалять. Ноно уже встрял. И ультимейтом Некрофос добивает его. Очень больно Алхимику. Да, байбэк моментальный, просто моментальный. 90 секунд сидеть в таверне. Это и одна сторона, и, возможно, и вторая могла бы отвалиться. Но этого и добивались игроки команды Fnatic, на самом деле. Да, не сильно, но он просил по деньгам. Мы знаем прекрасно, этот Алхимик свое выфармит. Но, в принципе, заставили попотеть команду Vici Gaming Reborn в защите своих позиций. Ну, в защите древних. Древних, да. В любом случае, Фнатики впереди по графикам 7500. Вот был бы тут Каспер, он бы сейчас рассказал этим ребятам, что почем. Да вот он посмотри. Рассказывает им там лично. Посмотри. Лично ходит. Я сейчас напишу ему роман,
расскажи фнатикам, какой барак нужно бить. Вот они сейчас, конечно, в себя слишком уверовали и пошли бить милишный барак, за что и поплатились, не сломали. В итоге Мидван у нас поймал тем временем Клинкса. Ой, Рики еще и так агрессивно на Янга действует. Неужели пойдет дальше Рики? У Рики есть Diffusion Blade, он юзает у нас ультимейт. Мидван запрыгивает на хайграунд, DDC стерли в секунду. 40 секунд не будет его и 40 секунд не будет Клинкса. И Рики догорает в итоге от иллюзии алхимика. Оно было и понятно, но забрали в итоге у нас очень важного персонажа. Но все равно, смотри, численное преимущество за фнатиками, можно попробовать все-таки пойти и добить этот барак милишный, который регенится, который они так усердно пытались сломать предыдущим заходом. И пытается хоть как-то Бетрайдер дефить, не пытался он залетать под Фаерфлайм, с другой стороны как-то здесь нагореть, и бараки все-таки падут. Эх, дела. Вичи Гейминг долго держались, но все равно не додержались. Некрофос начинает собирать себе аганимы, остается 1000 всего лишь у Муши до аганима, и все деньги, которые зарабатывает алхимик. Весь этот хп реген алхимика классный, то есть он может на лоу хп драться очень долго, все это будет превращаться в пустое место, когда появится аганим у Некрофоса. И возможности байбека тоже, которые отрезаются, это во многом может решить. Если выбрать важную цель, если выключить Клинца ультом, либо же выключить у нас Алхимика ультом, то, мне кажется, весь строй команды Vici Gaming Reborn просто сломается. Поэтому надо и им агрессировать, и подальше как-то Некрофоса отбросить от Аганима. Но он просто издевается. Посмотри на этот дэмэдж от Сларка сейчас под Муншардом. Нереальная скорость атаки. Разрывает просто Мидван в момент Элдер Тайтана. И это еще один барак. Ну, на этот раз рейнджевой. Его нужно тоже добить. И, возможно, даже зайти на другую линию. Почему бы нет? Фнатики сейчас очень сильны. Вот этот парень на Сларке. И байбека, мы понимаем, у Титана нет. Делает. Им вообще нечего бояться фнатикам. Там мека, там деспульс, там громаднейший подхил по всем идет от Некрофоса. И, может быть, дождутся все-таки аганима. Скорее всего, потому что Муша оттягивается во вражеский лес. Ему остается копейки до покупки аганима. Ну и Октарин Кор от Алхимика. Казалось бы, такой хороший, важный слот, но так поздно. 33-я минута. Мантастайл, Октарин Кор, Радианс. Он обгоняет Сларка только на 800 голды. На 800. Это не показатель. Он Некрофоса обгоняет всего лишь на 3000. Так что команда Fnatic, ну, классно реализует своих героев. Интересный, странный пик, да, мы отмечали такой удивительный пик от команды Fnatic, но тем не менее они прекрасно знают, как играть героями, которых забирают. Так об этом же и речь. Он вроде как странный для нас, да, потому что мы привыкли там к стандартным подборам персонажей, чуть более метовым героям. Здесь же ребята играют, в принципе, вот тем, что заходит, тем, что они видят в пике на данный момент. При этом они умеют этим играть, что немаловажно. То есть очень часто команды берут, например, какой-то контрпик, да, вот в данном случае Некрофос очень неплохо заходит против того же Алхимика, да, за счет ультимейта. И берут, но не реализовывают. Здесь же мы видим не только просто вот такой вот пик, вроде как мы контрим, мы молодцы, но еще и качественно это реализовывают. Команда Fnatic. Ничего да. не скажешь. Потрясающий нетворс имеет Муши. Все хорошо. У него скида, то есть лайн стоялся. Тоже комфортно. Ну и под смоком команда Vici Gaming Reborn. Они только что проюзали скан на эншентов команды Fnatic. Думали, что там кто-то находится и можно будет попробовать на него выйти. Но по итогу никуда не выходит. Просто возвращаются на свои позиции. И сейчас на карте появился Мидван. Можно выдохнуть команде Vici Gaming Reborn. Интересно, что пока Мидван не покупает себе Silver Edge. Хотя вроде бы как деньги есть. На это Мидван не тратит пока свои ресурсы. Он уже и Муншардом обзавелся, и Линкин Сферой, и при этом пока Shadow Blade. Silver Edge неплох. Silver Edge будет неплох против Клинкса. Будет неплох где-то в каком-то смысле против Алхимика даже. То есть какое-то все-таки уменьшение этой атаки, как ни крути, оно приятно. Ну и Мидван поднимается на Т3 Tower на нижней линии, за ним стоят его друзья. Ну и настреливает сверху Энд, пытается прогнать Сларка. Сларк боится, Сларк получает неплохо. Ну, юзали уже эту комбинацию. Ты помнишь Кунка плюс Сларк? Когда Сларк заходит, Кунка на X-Mark, в принципе, садит у нас Сларка, Сларк убивает половину тавера, уходит назад. Та же история здесь, только он уходит своим ходом.
Сларк, у него есть линка, не особо боятся, что в лосо его затащат, а Муша его выхиливает. Я думаю, что здесь это обузить Фнатики смогут в ближайшее время, тем более, что подхил просто громаднейший. Есть все ультимейты у команды Фнатик, и мне кажется, можно было бы уже еще раз попробовать зайти на хайграунд. Если удастся сбить линку мидвана и в этот же момент нажать, например, свап от винги, то есть какой-нибудь форстав дать, например, да, бетрайдеру по мидвану и свап от винги, то, возможно, мидвана и удастся забрать. Стан пошел по 343-му, его поймали, моментально Рики накрыли и отходят Фнатики, даже при всем при этом не нападают в ответ. При том, что его потрачено лассо. Вновь максимально аккуратная игра. Потеряли Рики, не пошли в ответ какой-то фитфест, не пошли в конвейер, как говорится. Мидван, мидван он пытается найти. А отставшего от стаи, кого-то Elder Titan поднимает себя в Йоул, высвапывает его винга, DDC здесь 100% не жилец. Умирает DDC, в это время очень сильно Энд настреливает по мидвану, мидван просто у нас уходит в Shadow Dance и гонит отсюда Энда. Энд в инвизе, вижена нет у команды Fnatic, в этом может быть проблематичность некая. Начинает жечь Бэтрайдер. Бэтрайдер у нас под Firefly, но Бэтрайдер очень быстро останавливает. Остановили его, в итоге мидван потеряет ХП против иллюзии Алхимика, но он остается в живых. Остается в живых, сейчас он отхилится, и есть Death Pulse. И это минус 2 от команды Fnatic без возможности байбека Бэтрайдера, у которого, к слову, и денег не было на этот байбек, но в целом Fnatic надолго отправили в таверну этого парня. Самое забавное то, что мидван понимает всю серьезность, в принципе, этих миссов, хотя они не критичны, да, с того Рейдианса, но они имеются. И он покупает себе МКБ на Сларке. Да, несколько вариантов было, в принципе. Дэмэдж-то все равно нужен мидвану. Если это будет дэмэдж с трустрайком, то это только плюс для него. Ну, я хочу отметить такой минус, что клинца не видели, но я где-то видел гем уже у кого-то. Да, гем есть у Дума. Так клинца-то не видели, но ты видел, как его развалил Сларк. Клинкс был вынужден бежать из драки только потому, что мидван ему просто вот разбил за секунду личика. А вот и МКБшечка. Да, МКБшечка у Сларка, Аегис у Некрофоса. И, пожалуй, сейчас будет очередной заход на хайграунд от команды Fnatic. На этот раз уже более уверенный. Как будут дефить Вичи Гейминг? Они могут. Китайцы сильны всегда, мы знаем, в защите. Китайцы очень часто такие игры выигрывают. Но вот после такого удачного, казалось бы, старта для Клинкса, он там пособирал киллы в мидгейме, там пособирал внизу, вверху, где-то поймал кого-то в лесу. Вроде как быстро даже какие-то итемы набрал стартовые, но сейчас мы видим, что его прогрессия существенно замедлилась. Да, и Ноно, какой артефакт славный приобретает, это блинк-даггер. Казалось бы, да, агрессия от Ноно планируется. Нет, не планируется агрессия, он хочет защититься, мне кажется. Потому что покупка блейдмейла до этого блинк-даггера, это такая частичная капитуляция алхимика. Ну, она обычно он идет давит. Обычно он идет давит, а здесь Сларк его бьет, и он пытается уже как-то от защиты играть. Это странно для алхимиков. Но она может помочь. Вообще даггер может помочь, например, в атаке в того же Дисраптора, даже добраться до Некрофоса может помочь иногда. Он может сыграть здесь свою роль. Почему именно так решил Ноно, я, честно говоря, не уверен, но вот мне кажется, что какие-то такие в позиционном плане действия мы увидим от алхимика. Возможно, атаку на Дисраптора. Возможно, атаку на Некрофоса. Поглядим. Ну да, защите... я к тому просто, что когда, знаешь, хорошая ситуация по экономике, два слота алхимик не тратит на блейдмейл и даггер, там, да, это там другие вещи. Это правда. Поэтому, конечно, видны проблемы команды Vici Gaming Reborn. Это все ситуативно, очень да, ситуативно. Да. Если Blade-Mail я могу понять, да, в каком-то смысле, то Dagger для меня тут сложнее в понимании. Но я же говорю, увидим сейчас реализацию. Возможно, у Ноно есть какой-то интересный план. Заход на хайграунд от команды Fnatic. Mid 1. Тут уже полтавера сломлено и можно добивать, наверное. Пытался ворваться Бэтрайдер, сбили линку с Ларку, но не удается схватить лассо. И получает сразу же Роа у нас Бэтрайдер, погибает тут еще неплохой. Просто ультимейт от Дисраптора с антифилдом. Минус 3 уже будет, если добьют Ноно. Ноно пытается бежать, до ним долетает уже Death Pulse. И кинетик филд Ноно проюзал, Монтастайл и выживает Ноно. Это приятные новости для команды Vici Gaming. Не может байбекнуться Бэтрайдер. Его убивал Муши ультимейтом, и Fnatic продолжает свой пуш. А Ноно просто застанил себя, спрятался в деревья, и в это время падает топ-лайн у команды Vici Gaming Reborn. Fnatic очень сильный в данном муве. Снова у нас проюзал Unstable Concussion. Алхимик пытается ворваться и подраться против DJ. DJ очень много дэмэджа вносит.
Ну и просто старается уйти отсюда, но не уйдешь уже никуда. Фнатики, мы видели реализацию сильные. Даггера, очень. И план его мы поняли, в принципе, да, там убить Дисраптора. Но... не подставляясь при этом под Мидвана. Но едва ли это помогло его команде победить. Действительно, Вичи, Гейминг, Реборн не смогли. И Фнатик устрашающе выглядит, если честно. Вот мы вчера с тобой комментировали Ньюби первую игру, да? И мы с тобой тоже сказали после первой 2-0 от Ньюби, что эта команда выглядит устрашающе. Сейчас можно сами сказать, мне кажется, о команде Фнатик. Да, и будет очень интересно, как же будут смотреться Фнатик против победителя пары Liquid против Альянс. Там я серьезно и плотно с удовольствием против Ликвидов. Буду этот матч. Это будет бриллиантовый матч во многом. Вообще, просто обрати внимание на каждую из групп. У нас фавориты, ну, не чета прошлому мажору, то есть другие имена появляются. У нас Na'Vi невероятно классно сыграли в своей группе. Прошлый мажор вообще не знал такого названия, как Na'Vi. И позапрошлый тоже. А у нас Фнатики сейчас, ну, чуть ли, я не знаю, чуть ли не фавориты. Но топ-5 они заслуживают своей игрой. Они классно кликают, макро, микро. Все просто бриллиантово идет у подопечных Муши. Можем так, наверное, их называть. А вообще классно, что новые команды появляются. И... то есть забытые старые команды наконец-то выходят на нужные позиции. Да и Альянс, я думаю, тоже могут показать, как, знаешь, старички, которых пока что все сбросили со счетов. Ну, Фнатик порадовали на прошлом мажоре. Все-таки топ-6 это тоже хороший результат. То есть Фнатики показали себя с лучшей стороны, ровно как и MVP Феникс. Вообще прошлый мейджор для южноазиатской сцены стал очень и очень таким знаменательным. Они были... в топе, топ-6, два коллектива из Юго-Восточной Азии. И видим, что Fnatic сейчас показывают, что они и на этом мейджоре будут претендовать как минимум на топ-6, а возможно и на топ-3, а возможно и на победу, потому что выглядят они действительно очень круто. Не знаю, как проявит себя MVP Феникс, пока не знаю, потому что не смотрел, что там происходит у нас в группе D. Но надеюсь, что там тоже весело. Посмотрим. И MVP Феникс, я думаю, тоже просто не болели страты и готовились к этому турниру, потому что команда сильная, хорошая и серьезная. Но Фнатики уже доказали, что они в своем регионе сильнейшие, а сейчас они доказывают, что они сильнее, чем их китайские оппоненты в группе С. И они идут дальше по винорам и будут попадать на победителя пары Liquid против команды Alliance. А Vici Gaming Reborn падает вниз, и у них следующее поражение, в принципе, отправит их в лузера плей-офф. Так что есть за что побороться команде Vici Gaming. Да, дорогие друзья, ну это все для StarLadder Studio, к сожалению, на этом канале на сегодня. Дальше продолжат работать уже наши коллеги. Смотрите обязательно, следите за остальными матчами Манила Мейджора, потому что первый день был просто невероятным. Я думаю, что и этот уже показывает нам, что он будет на заглядение, и много интересных матчей еще впереди. Поэтому следите за мажором на Dota Major.ru каналах. 1, 2, ну, собственно, просто Dota Major.ru, 2, 3, 4, соответственно. Обязательно следите за новостями в нашей группе ВКонтакте vk.com/dotasltv. Ну и если у вас есть желание, подписывайтесь также на наши твиттеры с другом. А мы будем, наверное, прощаться потихонечку, но обязательно смотрите все остальные игры мажора, потому что турнир просто невероятный. Ну что же, оставайтесь с нами. Всего доброго. Пока. До новых встреч.